Time – время в английском языке. Чтобы спросить по-английски, который час, воспользуйтесь фразой What time is it now? Если перевести дословно, какое время есть сейчас? Или What's the time? Дословно, какое есть время? Как же ответить на этот вопрос? Просто следуйте формуле. На первое место ставим конструкцию it is, сокращенно it's. На второе место цифру, обозначающую количество часов. И в конце предложения слово o'clock. It's 10 o'clock. 10 часов. Обратите внимание, что обозначение o'clock в конце предложения мы ставим только тогда, когда говорим о точном времени, без указания минут. It's 5 o'clock. 5 часов. Вместо слов 15 минут легче, удобнее и приятнее использовать слово quarter, а вместо 30 минут half, половина. Для обозначения 15 минут после часа мы говорим quarter past. Посмотрите на часы. Сколько время? It's quarter past five. 15 минут шестого. То есть 15 минут после пяти. Чтобы сказать без четверти час, используйте quarter to. It's quarter to six. На часах без 15:06. То есть до шести не хватает 15 минут. Для обозначения половины часа используйте только один вариант. Half past. What's the time? Который час? It's half past eight. Половина девятого. Дословно, половинка после восьми.